И всем привет, дорогие друзья, с вами снова Кейн, мы продолжаем смотреть моды для Майнкрафта, это уже 338 часть наших обзоров, и сегодня, друзья, у нас снова офигительнейший мод, который добавит нам мобов, младенцев в игру Майнкрафт. Да, друзья, я не шучу, это действительно так, и рандомный коммент у нас сегодня от Yeti Channel. Супик, я не знаю, что тут даже сказать, поэтому, да, друзья, обязательно оставляйте ваши рандомные комментарии под этим выпуском. И давайте все дружненько поставим лайк этому видео, было бы очень здорово, если бы мы набрали 5000 лайков. И, друзья, что ж, давайте приступать. Как я уже говорил, этот мод добавляет нам малышей, ну, или детенышей различных мобов, потому что здесь этих детенышей очень много. Поэтому просто посмотрите, сколько их здесь, сейчас мы всех посмотрим. И, в принципе, да, друзья, давайте приступать. Что ж, первый малыш, который мы сегодня посмотрим, это, друзья, у нас Baby Spider. Ну, в принципе, это логично. Что увидим, мы сейчас увидим? Мы увидим просто маленького паучка, как вы можете видеть, вот насколько он а, милый. Сейчас день он нас атаковать не будет. Кстати, здесь есть небольшой баг в этом моде, когда а, у вас стоит э, Damage Indicator. То есть, вот, когда вы наводите на моба, у вас появляется его жизнь и так далее. А у вас будет небольшой баг, то куда. Он куда-то ушел. Ну ладно, спасибо ему. Спасибо ему за обзор, все испортил. Но ну, мы еще одного заспанили. Ничего страшного. Здравствуйте, мистер Курица. А, что, давайте мы его заспали. И как, ну вот сейчас этого бага нет, но иногда, когда вы на него смотрите, то а, вот это вот. А кошка, вот смотрите, сейчас он сам у меня в левом верхнем углу какой-то серо-белый. И сама моя вот эта нижняя менюшка, интерфейс, она тоже какая-то серая становится. Ну, я думаю, это ничего страшного, в принципе. А у него 16 жизней. И, конечно, когда вы его атакуете, то он начинает вас атаковать. И с него выпадает самый обычный дроп паука. То есть это у нас паутина и глаза паука. В принципе, все то же самое. Поэтому давайте продолжим и будем смотреть на траву. Не, друзья, мы не будем смотреть на траву, зато мы посмотрим на следующего моба, который у нас маленький скелет. И да, вы, наверное, сейчас офигеете, но ничего страшного, друзья. Это у нас маленький бейби-скелет, который который, кстати, не горит, а не горит днем, это очень странно, и, кстати, он нам добавляет а, отраву, как вы можете видеть, то есть он нас отравляет своими стрелами, и он не просто такой скелет маленький безобидный, он на самом деле реально вам может надавать люлей, и, посмотрите, у него над головой а еще висит какая-то вот эта вот зеленая звезда, типа означает то, что он ядовитый, и это в принципе вот так это работает. Да, есть небольшой баг, когда он рядом с вами, то есть вся так сказать весь лес становится Белосерым каким-то, но я думаю, это ничего страшного. Все мы немного наркоманы в душе. Поэтому, друзья, что ж, давайте я себе восстановлю жизни и мы продолжим. Дальше у нас идет Бэйби Крипер, друзья. А, давайте посмотрим, как он выглядит. И Бэйби Крипер выглядит примерно так. А он, он быстрый, я вам сразу говорю, он быстрее, чем обычный крипер. И а, у него, вы можете видеть, исходит из него частицы, частица огня. Вот смотрите, смотрите. Оп, частица. И это очень прикольно. А, и в принципе, как я уже говорил, он быстрый. И что же он делает? Он будет у нас под, пытаться подорвать. Вот таким вот образом а, Взрыв, мне кажется, точно такой же, как и у обычного крипера И, в принципе, да, когда вы его убиваете просто так Опять же, а, из него выпадет самый обычный дроп Это просто порох Поэтому, да, друзья а, Что ж, давайте посмотрим дальше Давайте я вообще уйду я в survival, пожалуй И давайте посмотрим дальше А дальше у нас идет baby визер скелета. То есть это у нас маленький скелет Только скелет и сушитель Который, вы можете видеть, в своих руках Несет а, череп еще одного скелета и сушителя Это очень странно И он у нас, от нас убегает Я попытаюсь его догнать он очень быстрый как вы можете видеть а, остановись и ты и ты а, наконец-то да друзья когда вы его ударяете у него появляется невидимость и он конечно накладывает на вас иссушение вот сейчас я не знаю где он вот ага вот он вот он здесь все ты застрял и друзья так где он а, ладно это все-таки меня иссушение бьет а, да он становится невидимым и он от вас убегает в принципе все, наконец-то он умер. Из него выпадают просто кости. Ну и, конечно же, череп скелета и сушителя. В принципе, это все а, очень понятно и очень прикольно, потому что это не самые, не просто самые обычные мобы, которые, которых сделали чуть-чуть поменьше, а мобы, реально, у которых есть некоторые интересные эффекты. Здра... Ну ладно. Даже не смог поздороваться нормально. Хорошо, друзья, дальше у нас идет Baby Enderman. Давайте посмотрим, когда мы спавним... Ну да, тут по-другому никак нельзя было. И, в принципе, Бэйби Эндермен, он работает точно так же, как и обычный Эндермен, только он не берет блоки, потому что они для него слишком большие. В принципе, это так и работает. Я не знаю, куда он ушел, я не знаю, где его найти. Ладно, поэтому давайте продолжим. И дальше у нас идет Бэйби Блейз. Ну, Бэйби Блейз, это, в принципе, похоже на обычного Блейза. Как вы можете видеть, он летает, он атакует нас огнем, и он нам просто не дает спокойно жить, поэтому мы его немножко... Побьем своим алмазным мечом. Я все-таки выговорил. Спасибо. Что ж, а, да, в принципе, вот такой вот у нас был Бэйби Baby, Блейз. Baby Конечно, немного жалко его убивать, потому что это все-таки малыши, друзья, но для обзора это нужно. Что ж, дальше у нас идет маленькая ведьма. Как вы можете видеть. То есть, эта ведьма, она, во-первых, маленькая, хотя я бы ее не так сделал. Тут просто уменьшили эту ведьму, хотя я бы сделал какую-нибудь, знаете, какую-нибудь какую какую ребенка-ведьму. Лучше я что-нибудь такое бы сделал. И вы можете видеть, она спанит кота. Да, опять то же самое с этим лесом. Она спанит кота и... Кидается у нас зельями. В принципе. Бэйби Кэт. Сори, я не хотел тебя убивать. Ладно, давайте, все-таки э, вот эту заразу убьем. И в принципе, у нас все хорошо. Да, конечно, она нас отравляет. Еще 11 секунд. Нас будут, нас будет колбасить. Да, мне это очень нравится. Поэтому, друзья, да, что давайте посмотрим. Кот, уйди, пожалуйста. Я не хочу тебя убивать, ты милый. А, ладно, дальше у нас идет Стра... Э, stra... Слушай, я, я не хочу неприятностей. Все, уходи. Ладно, я сам иду, я сам уйду. Не нужно за мной идти, пожалуйста, не ходи за мной. Не ходи за мной. Оставь меня. Оставь меня. А, вот, вот и мой дружок, который потерялся. Ну ладно. Что ж, теперь мы посмотрим на а, маленького стража. И, как вы можете видеть, это, в принципе, Baby Baby Guardian. То есть это два раза Бэйби. И он, опять же, у нас пытается... Руки... Ну иди сюда. Ну... Он пытается наложить на нас свой эффект, но у него это не получается, и... Какой же ты надоедливый чувак, иди сюда. У него 30 жизней, кстати, вместо того, чтобы а, иметь. А, а, вместо того, чтобы иметь 20 жизней, как и остальные мобы, у него 30, и в принципе, да, вот, вот у нас был маленький страж. Дальше он ждет Baby Squid, и в принципе. Вот. Я не знаю, что еще можно сказать, поэтому давайте мы его здесь просто оставим умирать. Какие же мы добрые, черт возьми. Ладно, окей. Следующий моб, который мы посмотрим, это у нас Baby Cave Spider. То есть это у нас а, пещерный паук, только малыш. И, в принципе, тоже то же самое, что и обычный паук. Я не знаю, зачем Его вообще добавили, но он здесь есть, поэтому мы его убьем обязательно. Как же без этого? Как же без этого? В принципе, да. Зомби там уже умер и поэтому давайте сразу же посмотрим следующего. Дальше он идет Baby Zombie, друзья. Baby Zombie мы же уже его а, часто видели, поэтому он здесь и называется Baby Baby Zombie. То есть два раза Бэйби? Он в два раза малыш? Что? Значит, мне нужно чувствовать себя в два раза хуже, когда я его убиваю, что? Ладно, я не знаю, что я несу, поэтому давайте посмотрим на следующего моба. И следующий моб это у нас Baby Zombie Pigman. Как вы можете видеть, это у нас Baby Baby Zombie Pigman. <laughs> да, выглядит он довольно-таки забавно И, в принципе, то же самое Он вас не атакует, как пока вы его сами не начнете атаковать И, в принципе, да К сожалению, золотых слитков из него не выпадает Точнее, золотых самородков Но ничего страшного Дальше у нас идет Baby Гаст. И, как вы можете же ненавижу газ то есть это у нас газ почти такого же размера как и обычный газ но чуть поменьше это заметно и он нас сейчас не оставит в покое пока я не возьму лук и не убью его поэтому давайте попробуем просто убежать подальше и забыть про него и забыть про нашу жизнь забыть про нашу прошлое, с мы с тобой расстались не ходи за мной я не хочу с тобой разговаривать все что у нас было кончено я не знаю что я несу но и надеюсь у меня простите а, да. Я не употребляю наркотики, я хороший человек. Хорошо. Окей, следующий а, моб это у нас Baby Snowman. То есть, это у нас а, маленький снеговик, друзья. <laughs> это очень прикольно. То есть, вы можете видеть. А, в принципе, он работает так же, как и обычный снеговик, и выглядит просто офигенно. Да, спасибо тебе, поклон. А, поэтому да, нет, друзья, я его убивать я не буду, потому что он слишком милый. И, друзья, дальше у нас идет Бэйби Айрон Голема. Да, друзья, вы знаете то, что я люблю тестить различные а, вещи, различные оружия на Айрон Големе, то есть на железном Големе. А теперь у нас появился малыш. И смотрите, он сразу на протягивает розочку. Какой же ты милый, иди отсюда, иди. А, да, в принципе, урон его такой же как. Отстань, отстань. Успал, Успа. 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 на настрел. Ладно, он меня не оставит в покое. Поэтому надо, друзья. В принципе, урон у него такой же. И 100 жизни у него тоже есть. Поэтому давайте попробуем убежать. Надеюсь, все у нас... Посмотрите на его ноги, как он ими дергает. Ну ты и уродец, чувак. Давайте попробуем все-таки сразиться с ним. А -а 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 -а. Да, ты ничего не стоишь. Твоя роза никому не нужна. Ха -ха, какой я милый. А, да, друзья, осталось у нас всего лишь два моба. И дальше у нас идет бейби-визор, а, друзья. То есть бейби-сушитель. И, в принципе, да, сушитель. Только с одной головой. Такой вот маленький, а, но тоже очень надоедливый, которого пора прикончить. Ну-ка, иди сюда. Ну-ка, иди сюда. Чем ты себя возомнил? Чем ты себя возомнил? Ну ладно, в принципе, убивать мы его не будем, потому что у него столько же жизни, сколько у обычного, сколько у обычного визера. Поэтому давайте мы просто улетим подальше и заспавним наконец-то последнего моба. Что здесь произошло, я не понимаю. И последний моб это, друзья, у нас Baby Dragon, друзья. То есть это у нас а, маленький эндер-дракон. Да. Тут они просто взяли модельку эндер дракона и такие, хм, как же нам сделать маленького дракончика? Может его сделать таким пухленьким, маленьким? Нет, мы возьмем и просто уменьшим модельку обычного дракона. Вот нафига они это сделали, я не понял, но, но вы, выглядеть, может... может иногда и круто, я не знаю. Вот так вот, если смотреть, вот так вот, то похоже, что это на гигантский дракон. Не знаю, мне так похоже иногда, если так смотреть. Но на самом деле это какая-то фигня. Маленькая, как муха, как, мух, как, как команда. Как хлоп, и все, нету его. А, поэтому да, друзья, а, с вами был Кролик. И до новых встреч. Ну, нет, на самом деле, э, да, в принципе, вот такой у нас сегодня был мод. Надеюсь, вам понравилось. Небольшой. Дальше будут э, еще крутые моды. У меня уже есть еще один крутой мод, который вам показать. Поэтому, если мы наберем много лайков на этом видео, то я обязательно выложу его очень скоро. И вам очень понравится, потому что вы реально офигеете от этого мода, как я. Поэтому, да, да. также подписывайтесь на мой Twitch-канал, потому что я делаю очень часто стримы и также стримлю по Майнкрафту иногда. И там у нас очень весело. Мы разыгрываем э, вещи и так далее. И играем с подписчиками. Можете подписаться на мой второй канал на YouTube, где я выкладываю Видео под CSGO и другим играм И, в принципе, ну, ну и подписаться на мой основной канал На котором вы смотрите это видео Поэтому, да, друзья, если вам понравилось Обязательно подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии И с вами был Кейн, и до новых встреч